Испанские пенсионеры танцуют, чтобы хоть как-то согреться без российского газа. Испанцы кайфуют по жизни. У моря у них зарядка утренняя для пенсионеров проводится. Все хорошо у них. Живут, кайфуют. И горе, не знаю. А вот так живут пенсионеры в Канаде. Воздуха наберите. Здравствуй, обманутый россиянин. Меня зовут Олег. 18 октября 2024 года. Канада, Монреаль. Смотрим, как живут пенсионеры. Пожалуйста. Спа-салон, бассейн. Идем дальше. Тренажерный зал. Небольшой, но есть. Идем дальше. Это не Турция. Не отель пятизвездочный, а обычный дом престарелых. Идем дальше. Вот, пожалуйста, бильярд. Идем дальше. Обеденный зал. Пожалуйста, обед уже прошел. Такой красивый холл. Ну, там терраса, улица. Очень все скрипненько, по-домашнему. А вечерами тут играют на пианино и танцуют. А как у вас живут в России пенсионеры? Пенсионеры в России живут надеждами на то, что Канада и Испания однажды снова начнут выдавать визы.